Миллионы девушек мечтают хоть раз в жизни сыграть главную роль в клипе любимого артиста. Совсем недавно Денис Клявер подарил такую возможность одной привлекательной блондинке. Девушкой, которой посчастливилось сняться в клипе у романтика Клявера, стала актриса, телеведущая и королева красоты Евгения Парменова. Я рада, что Денис Клявер пригласил меня на роль главной героини. Случилось это совершенно спонтанно. Буквально за несколько дней у меня эта замечательная девушка брала интервью. Предложила, говорю, мне кажется, Женя, будет здорово, если вы снимете в моем клипе. Но, знаете, Женя не отказалась. Съемки клипа на песню «Начнем сначала» прошли в Питере. За двое суток съемочная группа сменила порядка 20 локаций. Специально для дорогих телезрителей канала РУ-ТВ Денис Клявер из Питера со съемок своего нового клипа «Начнем сначала».